Добрый день, уважаемые коллеги, спасибо, что пришли. Да, я представлю вам наших спикеров. Я представлю вам наших спикеров. Итак, представляю вам директора корпорации развития интернет-технологий Ульяновской области Светлану Владимировну Опенышеву, технического директора Simtek Development Даниила Баженова, генерального директора Advanced Shop Камиля Калимулина и Виталия Улыбина, управляющего партнера Russian IT Group. Спасибо, что пришли. Итак, дам слово Светлане Владимировне. Светлана Владимировна, расскажите нам, пожалуйста, о том, какое мероприятие нас ждет в апреле, что за мероприятие IT-сферы, на которые стремятся приехать и в том числе и специалисты из других регионов. Добрый день, уважаемые коллеги, все, кто нас смотрит в прямом эфире, кто потом будут смотреть записи. Я хочу обозначить главную тему и главное событие текущего года. Это проведение мероприятия 14-15 апреля «Стачки». Губернатор всегда говорит о том, что IT-отрасль – это самая энергично развивающаяся отрасль, и поэтому самые главные представители, я бы сказала, России мирового уровня находятся на территории Ульяновской области. Стачка у нас – это крупное международное событие, потому что у нас бывают не только представители из других регионов, но приезжают из-за рубежа, у нас есть… Я думаю, что в этом году организаторы скажут, будут и зарубежные представители, спикеры, которые будут вести довольно-таки интересные направления. Стачки уже 5 лет. Мы на стачке обсуждаем самые интересные вопросы. Если в прошлом году у нас было порядка, наверное, я бы сказала, даже к 4000 общее количество, даже к 5000 посещаемых. Мы первый раз в жизни видели, когда стояла очередь на стачку для того, чтобы попасть в мемцентр. Это говорит о том, что это довольно-таки и значимое, и мероприятия, на которые идут. Мероприятие, сразу хочу сказать, что это платное. Если раньше мы проводили мероприятия и говорили, что давайте там студентов, давайте специалистов, мы приглашаем на стачку, приглашали бесплатно, на сегодняшний день мы понимаем, что за спикеров нужно платить. Понятно, что IT-компании у нас вкладываются своими деньгами, они проплачивают и проживание, и перелет спикеров, и проведение самого мероприятия, возмещение затрат на мемцентр. Есть небольшая поддержка, которая выделена фонду, и она направлена на поддержку самого мероприятия, но эта сумма небольшая, поэтому самый большой груз финансовой поддержки ложится на сами IT-компании. В связи с этим я хочу обратиться ко всем бюджетным организациям. У нас есть возможность попасть на стачку специалистам, системным администраторам или программистам, которые работают в бюджетной сфере. Для этого необходимо на мое имя подготовить официальное письмо за подписью руководителя и написать список лиц, которые хотели бы принять участие на безвозмездной основе в стачке. У нас есть определенное количество, это лучших ребят, студентов, которые будут безвозмездно участвовать в стачке. Все остальные коллеги, хочу сказать, что мероприятие платное, но даже сегодня мы видим, что количество желающих людей попасть на стачку, билеты уже выкупаются. На сегодняшний день, ну, это будет организаторами сказано, что идет льготная продажа, да, чем ближе к мероприятию, тем стоимость данного мероприятия будет выше. Ну, наверное, техническую, да, и идеологическую часть расскажут непосредственно организаторы. Спасибо, Светлана Владимировна. Даниил Баженов, предоставим слово вам. Да? Расскажите, пожалуйста, о ключевых моментах, особенностях мероприятия. Что за концепция будет в этом году? Сильно концепция не изменится. Стачка направлена в первую очередь на технических IT-специалистов. Это программисты, системные администраторы, архитекторы, менеджеры проектов. Я в этом году буду курировать секцию менеджмент. Мы поговорим о том, как эффективно управлять проектами, как добиваться результатов, как заряжать команду. В прошлом году я звал на эту секцию технического директора медиапроектов Mail.ru. Это agile коучи из компании ScrumTrack, специалисты всероссийского и мирового уровня. В этом году планируется приезд специалиста из международной компании Percona.
мы поговорим о дистанционном, ну, о распределенных командах. У Перконы большой опыт, у них порядка 120 человек работают в 23 странах. Также сильный спикер будет по безопасности веб-приложений. Из Лондона к нам приедет Дэвид Басти, он специализируется на инфраструктуре, на безопасности проектов так, чтобы не допускать ошибок и не терять деньги на утечках данных, которые происходят довольно часто в последнее время. Ну, в принципе, я, наверное, передам Камилю, у него больше информации о других секциях. Хорошо, Камиль. Да, я расскажу немного. На самом деле мы изменили некоторым образом концепцию стачки. То есть мы выделили и более сегментировали аудиторию и сделали, ну, такие, как нам кажется, более удобным вот, контент, который будет на конференции. Первое, что мы действительно больше в этом году уделяем времени разработке. То есть это 4 зала из 10 будут посвящены разработке, в том числе управлению проектами, управления разработкой. Это фронт-энд разработка, это бэк-энд разработка, это база данных, это различные вещи, которые связаны с такой вот инженерией разработчика. Вот. Три зала мы выделяем, ну, у нас такое есть рабочее название, Digital Marketing, Marketing. Это для ребят, которые занимаются контекстной рекламой, которые занимаются продвижением, которые занимаются там вещами, там SEO, SMM и так далее, то есть очень большое количество контента, который касается именно этого. Отдельно у нас есть подсекция там контент-маркетинг, который исторически у нас проходится, то есть такой большой-большой контент. Это то, что и было всегда на стачке, и действительно здесь мы, ну, чуть-чуть структурировали, сделали это более удобно и по залам, то есть, ну, посмотрите на сайте стачки, это будет видно все. Отличие того года, тех лет от этого года заключается в том, что мы делаем хороший большой акцент на бизнес-аудиторию. То есть выделяется зал именно для тех, кто занимается бизнесом, и IT для них, ну, так всегда был таким птичьим языком. То есть какие-то ребята что-то там обсуждают свое внутреннее. То есть мы выносим под это отдельный блок и будем рассказывать бизнесу о том, что сейчас происходит и как можно использовать IT-технологии для того, чтобы бизнес получал выгоду, пользу от IT. То есть под это будет отдельный зал выделен. Отдельная категория контента, да, мы вводим понятие категории, то есть раньше у нас были секции, их было много, там порядка 10, сейчас есть категории, то есть мы, то есть уже растем, количество контента растет, мы вводим категории и, соответственно, секция, которая уже отвечает за какое-то направление контента. Кроме этого, мы поддержим, как и всегда поддерживали вещи, которые касаются обучения, образования, будет специально большой раздел, касаемый студентам, как нам прийти в IT, как сделать так, чтобы стать IT-специалистом, куда нужно идти и так далее. Мы делаем блок для преподавателей, для педагогов, то есть как преподавать IT, какие новые методики тут есть. И делаем блок, ну, он связан с управлением, да, в том числе, как нанимать специалистов, как мотивировать и так далее. То есть такой большой блок по образованию. Кроме этого, ну, Виталий расскажет про это, мы вводим совершенно новую секцию, которая будет у нас, ее не было, ну, были зачатки, но, наверное, я Виталию слово передам, да, если позволите. Да, Виталий, расскажи, пожалуйста. Да, в этом году у нас появляется новая секция «Передовая инженерия», то есть туда попадает все, что у нас стоит, ну, в трендах IT-технологий, то есть те, кто придут на эту секцию, смогут заглянуть в завтрашний день и увидеть то, чем мы будем пользоваться, какими технологиями завтра. Да? Особое внимание мы уделяем вопросам машинного обучения. Это у нас как подсекция будет выделено целый день. Машинное обучение является сейчас, в принципе, лидирующее направление в IT. Каждый день в новостях появляются новые новости, то есть что машинное обучение позволяет более качественно лечить людей, решать вопросы безопасности и так далее. Значит, к нам приедут спикеры, лидеры данной отрасли России. В частности, будет очень интересный доклад из Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде впервые, скажем, в мире был создан биологический нейропроцессор. То есть это процессор, в качестве элементов которого используются нейроны мозга. То есть его обучают,
то есть, ну и так далее. В принципе, приходите как бы на нашу секцию. Я думаю, хоть она у нас проводится впервые, но будет интересно, и она у нас закрепится в стачке. Я, наверное, добавлю еще, да? Да. Ну, назову какие-то имена, которые уже есть в договоренности, да, вот по диджитал-секции там. Артем Геллер, то есть его компания, лаборатория Артема Геллера разрабатывал сайт там Kremlin.ru, вот, то есть Артем к нам приедет. Максим Юрин, один из ведущих экспертов в области СММ, то есть уже аудитория его знает, тоже он будет у нас. Олег Чулаков, компания Олега Чулакова, студия Олега Чулакова, одна из самых награждаемых международных конкурсов России по дизайну, то есть это ведущий дизайнер страны, приедут к нам на конференцию. Из докладчиков хочу отметить также, что у нас будет спикер из Голландии, Ханс Люнхаут, могу ошибаться, фамилия, да, то есть вот не прям свежая информация, буквально сегодня мне сбросили. Вот, то есть это один из ведущих европейских экспертов в области тестирования, анализа. Вот. У нас очень мощная секция мобильной разработки будет, то есть это ведущие мобильные разработчики России. Вот. Так, наверное. Ну, в общем, да, здесь очень много ребят, которые будут, которые к нам приедут. Ну, отдельно следите за информацией на сайте, подписывайтесь на группы стачки, для того, чтобы ничего не упустить и быть в курсе того, кто будет у нас на конференции. Еще раз напомню, стачка – это 10 потоков, это весь мем-центр, это там 1000 человек, то есть сколько, Валерий Геннадьевич, сколько было там в том году? 5000 человек, это эксперты российского мирового уровня, которые приезжают в Ульяновск, и вам нужно обязательно быть на конференции. Потому что такое, ну, к нам приезжают со всей страны. Вот, если вы живете, тем более в Ульяновске, ну, это как-то неприлично не прийти на стачку. Угу. Это спасибо. Уже бескультурье. Ну, я не знаю, то есть, ну, просто когда проходят такие мероприятия, и ты работаешь в этой сфере, ну, и, ну, куда еще, если вот тебе в городе уже привезли 180 спикеров, 10 залов по самым-самым передовым отраслям. То, что в IT сейчас, ну, вот, развивается, да. Но если ты хочешь развиваться, ты должен быть на стачке, я считаю. Хороший посыл, спасибо. Есть вопрос у наших коллег? Можно задать, я передам микрофон. Пожалуйста, кому? Здравствуйте, компания Prof.IT Group, специалист по связям с общественностью, Наталья Медонча меня зовут. Скажите, пожалуйста, как можно попасть с докладом на стачку, именно со своей программой, с каким-то крутым новшеством, которое мы вот как раз вводим? Да, у нас работает программный комитет. В программном комитете сейчас, я могу ошибаться, но больше 10 компаний, больше 10 экспертов, которые, сколько, порядка 20, да? 20, да. Мы принимаем решение на базе того, что мы каким-то ребятам уже доверяем, они там исторически уже, ну, формировали контент, являются такими, ну, идеологами стачки, в том числе, да, в каком-то определенном контенте. На сайте стачки есть раздел, вот, где вам любая компания, любой эксперт может подать свой доклад, и этот доклад рассматривается программным комитетом, и в случае, если он соответствует определенным критериям, вот, нас интересует там, ну, понятно, то есть качество спикера, нас интересует качество контента, нас интересует то, что интересно людям, если это все соответствует, то мы с удовольствием принимаем таких спикеров, и такие были уже у нас, вот Данил, наверное, подскажет, да, в том году, сколько у нас вот спикеров, которые пришли нам через сайт, мы отобрали, не помнишь? Порядка 20. Дело в том, что на сайте есть голосование, и все посетители сайта могут проголосовать за доклад, потому что, несмотря на то, что мы являемся экспертами в каком-то направлении, мы не можем прогнозировать, что это будет действительно интересно. И голосование, оно делается по двум направлениям. Голосование всех-всех-всех посетителей сайта и голосование тех, кто купил билеты. Соответственно, не будет так, что можно как-то накрутить или обмануть. Ну и плюс программный комитет, он обязательно модерирует все доклады, не только куратор конкретной секции, но и кураторы параллельных секций. Бывает такая история, что приходит докладчик с каким-то докладом, его принимают, одобряют, и потом куратор другой секции говорит: «Ребят, вы что, я в Новосибирске был на конференции, он с точно таким же докладом выступал». Вот. И мы этот доклад снимаем. Одна из фишек стачки в том, чтобы контент, доклады, информация, она была свежей, ценной и интересной.
Скажите, пожалуйста, по опыту прошлых лет, какие фишки, ну, какие-то, может быть, инновации были, набирали большее количество голосов? Ну, все зависит, конечно, от тематики, да, то есть понятно, что разные аудитории и разные вещи интересны, то есть бизнесу интересно какие-то реально рабочие кейсы, истории, какие-то инсайты, да, вот, а разработчикам интересно там решение их вопросов, да, какие-то разработческие вещи. Причем, ну, понятно, что интересно, понятно, опыт, и понятно, что неинтересна реклама какого-то одного решения. Если о чем-то говорит спикер, то понятно, что должен быть объективен, он должен раскрывать какую-то тему. Должна быть новизна, то есть должны быть вещи, которые действительно сейчас актуальны, выходят на первый план и так далее. Это должна быть практика, то есть это действительно должны быть реальные вещи. Это должен быть хороший спикер, который умеет доносить хорошо информацию. Это тоже дорогого стоит, потому что есть очень много ребят, которые, ну, классные специалисты, но они, ну, не могут удерживать аудиторию. Это тоже определенная компетенция. Вот. Ну, не знаю, коллеги, добавите, наверное, да, еще какие-то да, вещи? Да, можно сказать, что когда в одном помещении собирается порядка 180 спикеров и там, 4 тысяч в день, то аудитория очень разная. Есть ребята, которым нужны простые истины, и очень известные спикеры в стране, например, как Олег Бартунов, он может очень ярко рассказывать о том, как добиваться успехов в программировании. И есть суперпрофессионалы, которым нужны какие-то прям вот очень-очень-очень точные экспертизы. Там небольшая аудитория, там может сидеть всего 10, 15, 20 человек. Это будет не супер яркое выступление, но оно будет очень ценное для тех 15-20 человек. Мы делаем очень разносторонний контент. Доклады всех-всех уровней. В том числе мы хотим в этом году добавить на сайт фильтр, чтобы можно было по уровню еще отфильтровать. Потому что если прийти не туда, ну, может показаться интересное название, ага, аналитика, ну, а аналитика есть в контенте, аналитика есть в маркетинге, аналитика есть в SEO, аналитика есть в SMM, аналитика есть в программировании, вот, и можно просто не туда попасть. И если человек активен, если он хочет получить информацию, хочет получить знания, он обязательно их найдет. Да, Италь, добавишь какие-то еще? По контенту, да? Окей. Да, я вот, Данил еще обмолвился, то есть я тоже, наверное, проанонсирую, то есть мы по многочисленным просьбам, вот, действительно меняем сайт, вот, и есть вещи, которые там хорошо были реализованы, они удовлетворяли нас, когда это было там 2 года назад, 3 года назад, но сейчас мы понимаем, что надо сделать его удобнее, мобильнее в том числе, да, сделать удобнее вещи, которые касаются подбора контента, вот Данил сказал, что будут фильтры, будут категории, будут различные вещи, там, ну, такие, когда ты понимаешь какое-то слово, например, там, JavaScript там, или Angular, да, или что-то такое, да, узкое, и ты выбираешь, и ты, соответственно, видишь в сетке то, что интересно тебе. Вот. Ну, то есть мы работаем над тем, и наша задача вот с коллегами, здесь сидит 1/10 коллег, да, мы представляем, которые каждый день думают о том, как сделать стачку интереснее, и действительно, вот, со стороны контента работает над этим. И мы открыты к предложениям, да, если есть какие-то вещи, которые… Мы сколько фидбэка собрали? 300 отзывов, да? Вот за последнюю стачку 300 отзывов мы собрали, только последняя стачка. Если кто-то, ну, не отдал отзыв или хочет что-то добавить, мы с радостью выслушаем и постараемся учесть все требования, все замечания, все какие-то предложения позитивные, которые в том числе и по контенту, и по организации стачки, и по другим моментам. Камиль, а подскажите, есть ли какой-то последний день X, да, когда заканчивается продажа билетов, до которого не нужно тянуть? Есть такой день? Ну, смотрите, логика здесь достаточно простая. Если вы покупаете билет в феврале, то сколько времени стоит он? Ну, давай про билет расскажи, то ты, может быть, сможешь. Да, есть определенная лесенка цены. Вот в декабре билет стоил 999 рублей. Сейчас он, акция была по 1400, можно купить. Ближе к мероприятию билет дорожает. На мероприятии можно купить билет, но это будет дорого, потому что, ну, достаточно много накладных расходов, связанных с печатью, с оперативной бейджи, все остальное. Вот. Для студентов будут скидки, то есть будет бесплатная квота для тех, кто достиг каких-то успехов в IT. Вот, и будет цена билета 500 рублей для студентов и отдельный вход, отдельный бейдж. Ну, то есть в феврале, сколько будет стоить в феврале, если до конца февраля купить? 2000 рублей. 2000, если до конца марта, сколько? 2,5. Если в апреле? 3. 3000 рублей. То есть вот такая лесенка, поэтому здесь, я считаю, ну, если вы айтишник, вот, кстати, на сайте можно сейчас посмотреть предварительную такую наброски сетки,
что-то вы уже услышали, я рекомендую вам купить билет, потому что, ну, такое мероприятие, оно происходит раз в год только в Ульяновске. Есть еще у нас вопрос, коллег? Мария Сайгина, заместитель редактора «Медиа 73». Интересует, вот, может быть, более подробнее про те площадки, которые предназначены для людей, которые не связаны с IT напрямую, то есть для бизнеса, для каких-то организаций, которые IT-технологиями занимаются, то есть для поддержки как бы своего дела. Не IT-шники напрямую, а... То есть вот, да, наверное, для бизнеса, что вы предлагаете на конференции, какие площадки будут? Да, смотрите, то есть мы здесь несколько сегментов выделяем также, да, то есть, ну, первое, про нее я немножко уже сказал, это бизнес-аудитория, то есть мы достаточно на простом уровне расскажем о том, как бизнесу использовать IT и повышать свою эффективность, вот. Это и выход из офлайна в онлайн, это бизнес-инструменты, то есть специально такая подсекция будет. То есть, соответственно, если, ну, это предприниматель, либо человек, который коммерческий директор, то есть он, в принципе, понимает какие-то вещи IT, но вот хочет в этом, то есть вот здесь он получит эту информацию. У нас будет специально на сайте организован, вот Данил о чем сказал, то есть уровень докладов, то есть вы можете посмотреть. И фактически, например, вот вещь, которая касается маркетинга, посмотреть, что вот на вашем уровне было бы интересно. То есть, например, ну вот контент, например, если взять, да, такую подсекцию, то есть там есть, например, организация там e-mail рассылок для компаний. То есть есть глубокие вещи, когда там нужно все это понимать, а есть какие-то простые вещи, которые нужно делать. То же самое касается там, например, будет секция там контекстная реклама, да. То есть это, ну, такой инструмент, и там тоже будут такие прям очень такие для специалистов прям глубокие вещи. И будет для тех, кто, ну, хочет в этом разбираться, начать разбираться, понять, о чем это и так далее. И в принципе, ну вот мы постараемся сделать так, чтобы в каждой секции, в каждом направлении были какие-то такие вещи для тех, кто хочет вот разобраться и сделать это. Вот, поэтому приходите, я думаю, здесь вы найдете. Здесь добавлю, наверное, то есть если говорить про вот... секцию передовой инженерии, которую мы курируем, да, то, в принципе, там все задачи, они прикладные. То есть у нас будут доклады, связанные и с применением машинного обучения, и в медицине, и в технической диагностике, и в психологии, то есть и какие-то финансовые технологии, да. А поэтому любой, как бы, специалист из любой области там может у нас найти доклад, понять, куда движется тренд именно в его работе, то есть в то, чем он занимается. Я могу добавить, что в любой сфере есть проекты, управление проектами. Любая задача в абсолютно любой сфере – это проект. И вот одна из моих целей – управление проектами сделать эффективным. И сейчас очень модно говорить про Scrum как методологию управления проектами. Герман Греф ее продвигает на уровне Сбербанка всего. Это подхватили другие промышленники, предприятия. И в качестве примера могу сказать, что вот наш генеральный директор Сейскарт, он регулярно встречается в наноцентре ульяновском, и мы общаемся на тему методологии Agile, методологии Scrum, как более эффективно выполнять свои задачи, как управлять своим временем, как управлять проектами, как ставить цели, как добиваться их. И я думаю, что это будет полезно не только айтишникам, но и бизнесу в первую очередь, потому что это важно. Да, все меняется, да. Я еще добавлю, что на стачке всегда работает выставка, да, то есть такая выставка компаний, где они на достаточно простом языке рассказывают, чем они занимаются и в чем их ценность для конкретного там бизнеса, для конкретных людей и так далее. Вот. Здесь очень важно, что понимать, что вот очень многие думают, что IT – это вот где-то отдельно. То есть вот есть IT, а есть не IT. Вот. Но на самом деле, вот, не знаю, никуда. То есть сейчас вот трансляция, она происходит с помощью IT-средств, да? То есть мы пишем там, не знаю, у каждого телефон в руках, это тоже IT, да? И фактически, ну, говорить, что IT где-то отдельно, если вы современный человек, уже не приходится. То есть IT уже внутри нас. То есть вопрос только в том, что знаем мы и умеем этим пользоваться и правильно развиваться с использованием этих средств, с использованием инструментов, либо нет. И в уровне этого, да. То есть, может быть, вы не можете там программировать или делать какие-то там проекты в IT, но вся эта вот технология, все, что в IT сейчас происходит, это,
ну, либо уже есть в отраслях, и оно используется, вам просто надо это знать, либо оно будет в ближайшее время. Поэтому обязательно приходите для того, чтобы вот здесь вот получить этот новый слой информации, который точно увеличит ваш ценник на рынке, увеличит понимание IT и понимание вообще того, что происходит в мире. Спасибо, Камиль. Еще раз давайте, может, проговорим сайт, даты и где встречаемся. Что-то я много говорю, ну ладно. То есть, да, значит, еще раз давайте я повторю. 14-15 апреля в Ленинском мемориале стоит стачка. Вот. Есть сайт, ну, кому удобно, можно на русском его записать, стачка.рф, либо на английском на стачку.ру. Вот. Заходите прямо сейчас, покупайте билеты, завтра будет дороже. Вот. Все, добавить. Большое спасибо. Есть у кого-то что-то добавить? У нас есть достаточно активные группы в социальных сетях. Это ВКонтакте, Фейсбук. Там проходят всевозможные акции, розыгрыши, информация, оглашение спикеров, голосование и прочее, прочее, прочее. Можно подсмотреть там энергетику и просто подписаться. Достаточно интересная активность. И, насколько я знаю, по прошлому году там разыгрывалось порядка 20 билетов. То есть, если есть возможность получить билет или скидку в розыгрыше. Кроме того, у меня есть личный промокод. Это 15. Он дает 30% скидку. Используйте. Он бесконечный, мой личный. Вот. Все. Спасибо большое. Коллеги, есть еще вопросы? Тогда спасибо, что пришли. Всем спасибо. Да, вы, иначе можно добавить что-то? Да. Спасибо.